Всем привет, ребят. Ну что, очередная наша рубрика по 150. По 150, не тех, которых многие думают, по 150. Самого мы будем ролить сегодня опять у меня на английском сервере. Коллекционер героев. Довольно-таки неплохой. Как всегда, за жалейки можете получить топовые карты. В общем, русскому далеко. За Бигфута можно получить сразу же скины на прокачку, то есть за лазулю, топовые камешки, ну все как всегда. Я ролю такие роллинги по 150. Давайте заролим до момента выпадения. Вот, ничего себе, думал уже, механиба выпала. Слизней там, либо получение лазуликса. То есть мы смотрим, какие же все-таки шансы. По 150, и как видите, уже три героя нам упало неплохих. Четвертый. Ну, по 150 сегодня. Смотрите, Влад Дракула просто. Просто жесть. Офигеть. Я по 150 больше героев выбил, чем по 450. Наверное, многие бьют. Так. Ну, смотрим. Конечно, падают магазинки и такие, ну, средненькие герои, посмотрите, но зато падают. Сколько их падает. Жесть. Не знаю, по слизням, конечно, все печально, походу. Но одер, в принципе, неплохо, душек. Знаю, сколько мы там потратили. Фига себе, ну вот так вот за 150 командора... Это действительно круто. Интересно, чем еще удивит рандомчик. В общем, уже за 150 мы наролили кучу легенд. Еще один суккуб. Жесть, ребят. Ну, это, конечно, просто бешеный роллинг получился. Давайте посмотрим, что там у нас по коллекционеру. Два слизня только собрали. Офигеть. Но зато сколько легенд. Кенди опять упала. Рыцарь тьмы. Вот жалейки пошли. Офигеть. Круто. Ну, это чисто так, знаете, баловство, потому что мне тут герои здесь вообще не нужны, и ресурсы, и герои, как бы, чисто ради камешков. Это единственное, что еще надо для прокачек. Все остальное такое себе. Так, Дракос, да, что-то уже... Давненько не падали. Надо пойти походу в рейд. Давайте добьем до 60. Так, сейчас по-любому будет имба. И я же говорил, будет имба. Так, бульдозер. Смотрим, что мы собрали. 6. Ну, собрали пока фигню. Ничего себе, я даже не выбил еще морозницу, ведьму, морозницу. Блин, ну не знаю, неплохой роллинг, как по мне, хоть какое-то развлечение. Так, окей, let's go дальше. Ну давай, рандомчик. Все, короче, мы испортили рандом. Нам больше ничего не светит.
Жесть. Среди по 150 перестало просто тупо падать после рейда. В общем, нельзя ходить в рейды, когда по 150, только когда по 450. Ну, давай уже. Повелитель бури был, ребят. Это во мне это. Ну, варлок тоже, в принципе, неплохой вариант. Еще одна заклинательница. Ну, что-то мы сбили, короче, наш рендом. 10-15. Пока только 10-15. Но хотя бы ведьму морозницу выбили. Так, Афинку было бы неплохо словить. Ой, чуть не нажал по 450. Так, 11. Не знаю, сколько там самого у нас на это ушло. Но 12 прилично. Ну, в принципе, Бигфута выбили. Лазули в этот раз не было. 13. Может, еще выбьем, конечно. Так, Химка. Ну. Ну давай, 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 рандомчик. Что с тобой? Посмотрите, все, короче, по 150 просто перестало падать. Да, вот так вот жалейки мы собрали. Не знаю, напишите в комментах, сколько у нас ушло самов для тех, кто хочет ролить и ролит. Так, ну здесь собрали две карты, как видите. Сейчас мы их откроем. И одну такую. Скин на бига собрали. И 200 зпшек. Точнее, 400 тысяч. Ну, Афинку, к сожалению, мы не выбили. Я не сильно печалюсь. Так, окей. Такс, потерял окно. Так, смотрим. Поехали сюда. Что у нас интересного есть на открытие? Так, сумочка огненькая, это все хорошо. Наши карты. Так, ну посмотрим сейчас, какая тут удача будет. Одна карта моя первая будет. И с нее малышник падает. Неплохо. Бум. Призрачный всадник. Ну такое себе. И ведьма. Ну, не ахти. Не ахти однозначно. Так, заклинательница. Моих три карты, по-моему, Афинка и еще одна Афинка. А тут сейчас выпадет имба. Заклинательница, как видите, шансы нехти. Я уже открывал карты, показывал вам, что с карт реально очень сложно что-то достойное. Ну, как бы, смотря какие карты, смотря какое их количество. То есть вот у меня накопленные обычные легендарные. Я их пока так собираю. Скупаю с рынка. Так. Сундучки остались, я не дофармил что-то. А ну-ка сейчас сюда еще заглянем. А вот, кстати, карта есть. Вот отсюда я их скупаю. В принципе, тут можно все скупать, и нужно. Надо будет начать проходить пришествие монстров. Волны, потому что вообще их здесь не фармлю. Так, отлично. В принципе, тут можно все скупать, не жалеть ресурсы. Тут орденов хватает. Так. Вот у меня они не зафармлены. Вообще ничего не зафармлено. Точно так же, как и здесь.
кабашке. Вывод аккаунт топ-1. Первая кабашка ресурсов немерено. Вот так вот, ребят. Ну, не знаю, такой коллекционер интересный. Я, в принципе, падала поначалу неплохо. Выбили мы много имбо-героев, но в этот раз Лазуликса мы не вытащили. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Всем удачи, всем пока.